То, что мы здесь будем участвовать, мы планировали давно, потому что у нас в этом году произошли серьезные изменения. Мы с компанией Stark становимся компанией Bonnekamp, которая находится в Германии, и мы будем уже немцами. Об этом хотели рассказать полностью всем, и это стало таким весомым шагом для того, чтобы мы участвовали в этой выставке. Участвуем мы всегда, представляем шины на все, что двигается. Можно сказать такой слоган: мы двигаем профессионалов. То есть на нашем агрорынке есть профессионалы, это большая техника, которая ездит на шинах. Мы на эту технику поставляем именно вот шины нашего бренда БКТ. Это место, куда все находят время приехать. Если за весь год все очень заняты в полях, в работах, мы у себя в офисе постоянно находимся и нет возможности, может быть, кого-то посетить из клиентов, то выставка – это то место, куда едет вся Украина и где мы встречаем наших клиентов. И очень приятно, что клиенты едут к нам, чтобы увидеть нас и на выставке, ну и вообще потом в офис. Так как в Украине, в принципе, ситуация сложная, и несколько лет подряд было как-то и с выставками, и с работой сложно, но в этом году очень замечательно, очень много людей. И мы приглашали от себя своих клиентов, и организаторам очень большое спасибо, потому что людей есть все, кого мы ждали, скажем так.